Давайте, вставайте, пообедаем со мной уже первый час. Ой, пообедаем, как ее, позавтракаем. Это правое, это левое. Почистила. Девки, не стала варить ни кашу. Вот какое-то состояние не такое у меня. Не стала кашу варить, ни яйца. Колбасы поем. Вчера, ребят, я стрим закончила, пошла в ТикТок. Не, ну в Дзене полазила. Ой, как хорошо. Солнце светит, пипец. Глаза ослепает. Ну так, в Дзене полазила, думаю, может, интересного не стало. Блогеров своих смотреть, которые люблю я смотреть. Много лет. Потом. Пошла в ТикТок. Смотрю. Это в эфире Марго. Вот, которую я вам говорила. Желтые глаза пьяница. Она в больнице. Она вела стрим. Девки, ну, прямо королева она. Бензоколонки. Это пиздец. Я понимаю, что она так натворила. Но мне кажется, она не сознает. Девки, вы не знаете, сколько вчера было на эфире? 2000, такого не было. У нее 500, ну 600. 2000. Там гадости она блокирует, гадости пишут. О ребенке она не вспоминала, не говорила. Я почти до конца смотрела. Она лежит в больнице, снимает на третьем этаже. Там, говорит, у нее... Ну, это берет, как не антенна, как его, интернет берет, а так нигде не берет. Потом она, ну, короче, там ей задают вопрос, она отвечает. Короче, она говорит, у нее ноги опухают. А что ты хотела, бухала? Эфир долго был, она про сына своего лапочку не вспомнила. Говорит, приезжала мать. Но я поняла, мать в деревне живет. Она, конечно, матом. Говорит, ну, какого хрена приехала? Картошки такой толченой привезла. Она говорит, ей жарить негде, что ли, не знаю. И, короче, сейчас. И, короче, дай, а что делать, платьем вытираю. Она говорит, картошки привезла, больше нет, толченой. Она говорит, кормят здесь очень плохо, она в Воронеже живет. Ну, я не знаю, где она там, в какой больнице лежит, откуда я знаю. Там воронежские смотрят, 2000 ее. Ну, там гадости писали ей вообще. И это, ой... Такая, как будто она дома жрала хорошо. Ой, я лично в больничной, когда вот лежала, я ела. Мне нравится каша. Я и так кашу дома ем. Мне кажется, в больнице и то вкуснее, наверное, каши готовить. Ой, такая, я стол диетический, что ли. Такая вкуснее. Ой, такое говно все. Каши дают. Я взяла, я побежала. Ну, так рассказываю. Думаю, господи, королева бензоколонки, бе. Угу. Чья бы корова мучала бы, она молчала. Девки, глаза у нее, кожа.
Ой, так кормят плохо здесь. Там ей пишут: Марин, держись, держись. Про бухло ей пишут. Ребята, ну, наверное, еще школьники, наверное. Вы что думаете, живет в Воронеже, никто ее не смотрит. Конечно, смотрит, наверное, сына, одноклассники, там, школа, все знают же, соседи все. Правильно? Меня же тоже знают, смотрят. Даже одноклассники. Ой, девки, ой, фу. А мать ей картошку толчу. А что ты матери-то не сказала? Только толчу. Но она на мать тоже там жнула. Ну, чуть-чуть сказала, типа того, зачем ты приехала. Королева какая, бензоколонки, фу. Она думала, в ресторан пришла, в больницу. Девки, ребят, гляньте, я окно про сейчас еще вот это вот. Вот здесь и здесь чуть-чуть запотело. Надо было уйти. Я пошла на улицу, надо было мне окна открыть. Во. И сетку уже надо ставлять. Нет, сетку потом. Сало надо вытащить. Сегодня щей наемся. Ну как, разогрею. А король с Витьком играли тоже чуть-чуть. Хотела написать: Витёк, где бусы? А я не стала. Спасибо за подарки. Там еще мне сегодня пришло. Ну, это общее от всех, кто мне кидает донаты. Что мне надо, то я выписала в адресе. Спасибо, это от всех. Потом я покажу. Девочки, что я... А, хочу поблагодарить у меня на Дзене. И на Дзене там одну вчера забанила чучундру. Не знаю, кто там. Коломене, Коломене без фотографий, вы знаете. Так все хорошо, там пишут, мне так понравилось, очень, там своих, я уже там знаю своих, кто пишет мне. Ну, привыкла. И на Ютубе у меня все хорошие комментарии, ни одного плохого, с крыши падает, ни одного плохого нету. Спасибо, девки, дай бог вам здоровья. А что-то и пацаны не видят. Нет, пацаны тоже пишут на Дзене. Но я их знаю уже это... Кто мне пишет? Что я хочу сказать? Сейчас скажу. Я вас держать никого не собираюсь. Ваши гоноры, извините, у меня тоже характер тяжелый, но люди знают по много лет. Вот у Ленки спросите, она мне с 15-го года. А вы что думаете, если вы с группой ушли, я вам буду жопу лизать? Нет, я не та Ольга Валерьевна. Я совсем другая стала. Извините, это интернет, мы живем интернетом. Один ушел, пять придет. Пять уйдет, 10. Я всегда говорю. Ну, никому я жопу не собираюсь лежать. Вы сперва себя посмотрите в зеркало, кто вы и чем дышите. А я себя смотрю. Я обыкновенная Ольга Валерьевна. Но, извините, вам никому лизать я не собираюсь. Может, кто-то там другой будет блогер лизать вам, а я нет. Нет, я всегда говорю, ушли, чао-какао. Вместо вас другой придет человек.
Я у вас не заставляю, дайте мне денег, донатёры, не прошу. Я у вас не прошу. Вы сами кидаете. А что, не так, что ли? Это жизнь. Хлеб останется. Это интернет. Вы прекрасно знаете. Я понимаю, сейчас весна, обострение. А я при чем? Я при чем, что у вас обострение весна? Я при чем, девочки, мальчики? Угу. Ребят, в ВК у меня есть парень. И показывает вам, как делать надо с журавля зарядку. Вы сделали? Идите ко мне в ВК и посмотрите. Зарядку журавля. Это очень полезно вам и для мозгов. Вот так. Девки, зачем я это песок-то насыпала, зефир? Я пошла-то в магазин за зефиром попить. От зефира не толстею. Да ладно, девки, я держу один и тот же вес у меня, девки. Ни туды и ни суды. У меня вес держится туды-суды. Ну да. Сейчас сало достать надо с морозилки. Сегодня обедать буду я. Яичко надо было сварить. Не хочу, девки, такой. Сейчас поем. У меня посуду. Сегодня воскресенье, не буду. В воскресенье не буду ничего. Сейчас там товар придет, у меня должно и 5-го еще прийти. Я выписала таблетки стирать, универсальные, посмотрим, девки, российские. Потом я выписала и вам скажу. Угу. Нормально или нет? Во, уже при... А, еще не все пришло. Ну-ка. Еще не все, еще трусы одни остались. Угу. Девки, трусы идут уже неделю. Вот сегодня должны прийти. Хлеб остался, беру в этот. Хотела это с батона нарезного это спечь. Девки, завтра это сделаю. Я у нее посмотрела. Батон нарезной, натерла картошки 3 штуки. Она... И колбаса остатки есть, тоже все смешала, наложила на батон. И где наложила, с этой стороны на сковородке жарила она. Я думаю, это вкусно будет на завтрак. Я себе хочу сделать, завтра буду делать. Угу. Посуду сегодня мыть не буду. Сегодня воскресенье, сейчас по завтраку и лягу буду легать. Ляжки тянуть. Смотрю, Елена Павловна покрасилась. К 8 марта готова. Пострилась.
Я только покрашусь. Я стричься не буду. У меня так еле волосы отросли. Это еще короткие. После того раза сходила в парикмахерскую. Сказала подровнять, а меня короткую стрижку сделали. Ну, вы видели. Я что, от вас все-то скрываю? Харе так и круглое, и еще короткую сделали. Представляете, как это смотрится? Это нет. И я и челки стригу коротко, чтобы лицо вытянуто было. Чем бомбины. Хлеб уберу. Девки, конечно, зефир другой совсем, девки. Помните, при Союзе какой зефир был? Ой, московский, шоколадный, это во рту таял. А шоколадный был вообще дорогой, дефицит иногда. В коробках, помните? Ой. Ну, а это что? Кошки в жопу. Раньше какой зефир был? Вот зефир, да? Девки, вспомните. У меня краска есть черный цвет. Конечно, ногти я уже не сделаю. Но асфальта нет. Был бы асфальт, я бы сходила. Как бы снега не будет, пойду. Позвоню, она мне. Мне там оплачено. Я пойду сделаю. Ну, как я пойду, девки? А вот я сейчас с палкой ходила. Туда пошла, без палки держала. Обратно иду. Там вот горочка, я вчера вам говорила. Вот и палкой поддерживаю. Но вдруг покачусь я. Туда поднялась без палки. Я всегда говорю, святых людей нету, идеальных нету. Нету. И даже в каждой семье какая-то есть ерунда. Да, вы что, вы думаете, прямо у вас в семьях что-то есть, там прямо все супер-пупер? Нет. Не от хорошей жизни люди убегают. Ну и что, что она бухает? Ну что теперь? Она слабая, девки. На это слабая. Я всегда люди говорю, я всегда вот говорю, кто кодируется, это у них что-то не в голове, не то. И обострение у людей. Мы все выпиваем. Вы что, прям такие святые не пьете? Мы все выпиваем, мы знаем дозу. Свинья ты, Ольга Валерьевна, ну, конечно, мы знаем дозу. Всю водку не перепьешь. Почему люди бухают? Почитайте, у них нервность. А что там прислали? Люди бухают, кодируются. У них, я много знаю, здесь у нас тоже кодированные по несколько раз бабы. Я всегда говорю, вот закодируется человек и в гости пойдет, не пить, не танцевать. Чего? Ой, а как он у меня, девки, колокольчик, что ли, нажат? Как у меня приходят оповещения на некоторых блогеров? Но я их давно сам смотрю, давно-давно их, как они поженились. Пинзери, я везде подписана. Мне нравится такая пара, они с Дом-2. Они были на Дом-2, я их смотрела. И раньше фанатка была Дом-2. Вот у них свадьба была. Сейчас они в Турции еще где-то хорошо живут. Ей как раз очень
хорошо повезло, у нее сестра старшая и родителей у нее нету, ни мамы, ни папы, а сестра ее воспитывала. И она хорошо так вышла замуж. Конечно, со свекровью, он Белоруссия, сам с Белоруссии. Конечно, свекровь там была, а сейчас они, то что, муси-пуси и мама. Вы думаете, они живут хорошо, у них что-то нет проблем? Тоже есть какие-то проблемы, правильно, ребят? Ну и себя ставить, из себя ставить выше, и как будто вы врачи. Когда мы идем, общаемся, а вы как будто врачи там, все знаете. Также у Ольги вот это многодетный. Да вам какая разница, сколько она рожает? Хер с ней, пускай рожает. Зато у нее, вы видели, я ее не видела, но как увидела, там тушенки, это, дома у них чисто, животные, ну, она продает сыр, дома чисто у нее, посмотрите, аппаратура какая там для сыра, для молока, у вас такого нету, это люди такие на заводах, аппаратура, посмотрите, дома чистота, одетые, все у них. Ну и что, что она, вот она куку. У каждого свое куку, а у вас не куку бывает. У каждого человека есть куку. Так же и у меня куку. У всех куку. Мне все равно, что вы и ушли. Я всегда говорю, флаг в руки. Меня Ленка знает, Лёсик знает, Шик, много лет. И знают мой характер. Я тоже могу сказать. Флаг в руки. Все такие святые, дома прям вообще чики-пуки. По одному раз замуж вышли. Угу. И женились. Чего они там прислали мне? Хорошая пара. Мне очень двое детей, два мальчика. Ну, у нее мужик Серега. И брат. Брат не женатый, такой здоровый стал. Серега молодец, он везде. Строитель он это, дома продает, строит. Молодец он, мне нравится эта пара. Кулик и Агара. Хорошо живут. В Турции еще где-то у них квартира. И маму перевез он свою, тоже живет мама в Турции. Зубы ей сделал маме. Угу. Такая полная, хорошая женщина. День рождения ей отмечает. Три татушки. Три тата. Девки, ветер все равно. Вот такие дела. Дела у прокурора, а у нас делишки. Да. Ну, я девки вчера заснула. Я ее смотрела, уже первый час был. Она трансляцию видела. И я заснула, захрапела. Захрапела, я выспалась. Пол двенадцатого сейчас стало. Не знаю, во сколько. Она ночью всегда ведет. Ну, я вот после стрима, мне Галька написала там с Вальбереса, и я пошла ее смотреть. Ну, пошла лазить. Не знаю, во сколько. Ну, тоже себе королеву ставит. Фу, я, блядь, пошла в туалет. Не! А как будто она красную рыбу дома ест. Угу. Жри, что дают, правда? Чучундра. Угу. Мать картошки принесла толченой. Спасибо, скажи, что твоя мать с деревни приехала. Ну да. Девки, когда я ногти сделаю? Вот один еще осталось мне выковырить этот лак и ель-ель. Это я уже. А, пилочки я. Там распродажи пилочек персональных я выписала. 6 штук или 5, что ли.
Ну, дешево там, девки. Все к 8 марта. Ну, я выписала там от своих донатеров, кто кидал понемножку, то-то. Девки, у меня этот зацвел, мой сладкий огонек. Ну, они не огоньки называются. Огоньки раньше, помните, были при Союзе, сыпались. А это низкорослые огоньки. Как-то по-другому мне соседка дала. Один вот фиолетовый распустился, а другой розовый. Мои сладкие, мои мухи-пуси. Ну, вот этот я хочу выкинуть. Не хочу его, толку, что надо купить что-то другое. Да ладно, хватит мне и с этими цветами. Господи, как будто я цветовод. Девки, я вот смотреть не могу. Нет, ну я себя чувствую нормально. И давление, и все. У меня морализую давление, пью утром. Вот третья пачка пошла. У меня хорошо, я уже катаприл. Ничего не кроволол, ничего. Вот шапку эту одену. А так у меня морализует. Ну вот это, витаминоз, наверное, что ли. Я вот сейчас смотрю, у меня режут глаза красивые мои. Видите, какие красивые. Это я воды вчера напилась много. Прекращай. Ну, эти таблетки с мочегонной. Угу. Покраситься надо, девки. Покраситься. Я не знаю, сегодня что, воскресенье? Когда 8 марта? Что сегодня, воскресенье? Третье. Так, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, пятница. На этой неделе покрашусь я обязательно. Угу. Красава буду. Я всегда всю жизнь с длинными волосами. Всю жизнь и молодая, с длинными все. Но мне не идет. Я как-то раз постриглась. Это... Еще на эту ходила. Белый цвет хотела я и постриглась. Девки, это боже упаси. И я всю жизнь черный цвет крашу. Всю жизнь. Белый вообще не идет. Я сама русая. Я русая. Я сама русая, как вот мой сынок. Он тоже русый. И я всю жизнь черный. Мне белый я хотела, мне не идет белый. И короткие стрижки мне не идут. Лицо круглое. Ну, это я сейчас круглая, а раньше-то я была фотомодель. И это... Я люблю челки, чтобы короткие были. Раньше у меня без щелки было. Вот так я делала пучок, волосы длинные, без щелки. Я не знаю, когда начала я челку делать. И челки я короткие люблю. Это я еще постригла это сама, это длинное. Так я люблю, когда иду парикмахерской, пойду я потом постригу. Я коротко делаю челку на косяк. Вот. Те-те-те. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Ладно, ребят, хватит это муси-пуси. Три татушечки. Давайте отдохнем. Хлеб пакет уберу. Ничего сегодня не буду. Полежу, отдохну. Ничего не буду. Вечером пообедаю. До 5. Зефир, конечно, не тот, девки. Не с СССР. Сейчас новости пойду. Там что-то новости. Бородин что-то говорит. Я подписан на его канал. Мне нравится. Вот Будда Гришни я смотрю канал. Ну, новости, чтобы не бегать, не лазить. У них тоже новости. Мне нравится. Ну, да. Сейчас еще это. У меня Рутуба есть. Серега мне написал, там можно с телефона вести эфир. Я посмотрю, у меня есть Рутуба. Пароль-то есть, все, но, девки, это надо одним делом заниматься. Дзен, конечно, я не брошу, дзен очень хороший. И хоть там денежки капают каждый день,
как хорошо. Не знаю, кто-то мне подсказал. Кто-то мне... А там уже люди были. Елена Павловна, два канала. Кто-то мне сказал, иди в этот. А я-то и не знала. Вот надо было раньше мне, да, девки? Уже, ну, у меня так три с чем-то там, не знаю. Вот надо было раньше мне. И надо два было канала, как... Да ладно, со всеми деньгами не убежишь, правда, девки? Сколько Бог тебе дает, столько это... Правда? Правда, девки? Со всеми не угонишься. Я и этому рада, сколько мне Дзен дает денег. Пока маленький канал. На хлеб, на масло, на молоко мне хватает. Ага. Ладно, все, давайте, Муси-Пуся.